Поздравляю с победой. Какие эмоции? Нас все эмоции прям переполняют, потому что в прошлый раз мы проиграли, в этот раз выложились на все 100, поднабрали, и в итоге вышли с победы в овертайме. Работали получается. На каникулах? Да, конечно, мы в лагере пахали на сборах. Приятные отрабатывали, да, приятные ощущения, поскольку в защите поднабрали, во всем поднабрали, в нападении. Больше стали держать игроков. Не вытащите. Ну, конечно, было, но мы старались в этом не думать и выкладываться на все 100, не думать о поражении, думать только о победе. Молодцы, поздравляю.